Кокшетау в собственном доме. Заживо сгорела 80-летняя пенсионерка. Пламя вспыхнуло сегодня днем. Женщина, видимо, поздно почувствовала запах дыма и дойти до выхода уже не смогла. Сначала огонь охватил хозпостройки, а затем и весь дом. О страшном пожаре спасателям сообщили очевидцы. На тушение прибыли 28 человек и сразу 4 спецмашины. Тогда-то и нашли тело погибшей. Выяснилось, что пожилая женщина проживала с родственниками, но сегодня днем она осталась совершенно одна. К тому же, по словам соседей, пенсионерка с трудом передвигалась. Причины ЧП сейчас пытаются выяснить специалисты нескольких служб. По прибытию к месту пожара было обнаружено горение жилого дома, а также хозяйственных построек на общей площади 135 квадратных метров. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшей 42-го года рождения. В данный момент назначена пожарно-техническая экспертиза для установления причины пожара.